Во! О! Черт! Бля, это Хуги! Дверь закрыта! Бля, какой зубастый! Нет, нет! Уйди от меня! Уйди! Не трогай! Привет! Ты на канале Zalmaz Games, и мы сегодня с тобой поиграем в новую игрушку, которая называется Poppy Playtime. Мы отправляемся на некий завод по производству игрушек, чтобы найти какую-то куклу, но мы там будем с тобой не одни. Приятного тебе просмотра, от тебя, пожалуйста, лайк, подписочка на мой канал, комментируй и, конечно же, нажимай на колокольчик. Приятного тебе просмотра, поехали. Итак, мы с тобой на фабрике по производству игрушек, и мы должны что-то с тобой сделать. Так, ну что? Интересно. Смотри. У нас есть какая-то кассета. Но я ее должен поставить вот сюда. Давай. Hi, my name is Lake Pierre, and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. If you're seeing this, then you're trespassing. Yeah, we play this little tape on loop whenever we close the factory for the day. So, trespasser, just to make you aware, while we pride ourselves primarily on our high quality employees and excellent child care, we also pride ourselves on our security. For example, this facility is full of hidden motion triggers, which once set off, we'll turn on the factory's emergency alarms and directly contact the authorities. And that's one of the more No spoilers. So, you've got my warning. It's not too late to turn around. I just hope that you're certain whatever you're doing is worth it. Так, какой у нас там был паровозик? Подожди, какого цвета? Может быть, это была подсказка, да, вот, чтобы нам зайти в следующую комнату. Давай посмотрим. А, так, розовый, желтый, красный. Паровозик у нас вроде бы синего цвета, да? Хотя там есть что-то немножко и зеленого цвета. Ну ладненько, давай сейчас попробуем. Несколько комбинаций, я думаю, чтобы мы вот зашли в комнату security, охраны. Так, давай, значит, синий, розовый, желтый, красный. Не подошло. Зеленый, розовый, желтый, красный. Бинго! У нас открылись двери. Че это такое здесь? Ого, сколько мониторов, гля. Ух ты, че это такое? Еще одна кассета. Давай возьмем. Какие-то предметы на расстоянии. Интересно. Ого, даже могу голову трогать. Ничего себе. Чё это такое? Спасибо за просмотр. Так, это эти руки, да? Как мне взять? Смотри, открываются. Нифига себе. Так, а что там? Да я зайти не могу, да? Ого! Нифига себе! Слушай, прикольно. Так, а что дальше?
пожаловать. Смотри, там рука есть какая-то. Да ладно, а что такое? Смотри, смотри. Мы с тобой открыли двери. Так. Интересно. Playtime. И компания, да? Прикольно. Так, а сюда можно зайти? Нет. Что же у нас здесь с тобой? Хуги. То есть тебя зовут Хуги, да? Давай здесь попробуем. Нет, не работает. Закрыто. Innovation. Так, тестинг. Давай вот сюда, да? Вот, мне кажется, нужно сложить. И что это такое было? Что-то с напряжением? Так, ну подожди, закрыто. Кафетерий тоже закрыт. Нужно сюда зайти, да, вот. О, то есть все-таки можно двигать, да, вот предметы. Че такое? Смотри, появился ключ. Сюда, да? О, жутковато как-то. Так, так, так. Что у нас здесь с тобой? Я же говорил, что мы здесь будем, да, не одни еще. Какая жуть. Так, у нас тут разорванные игрушки есть. Их кто-то разрывает. Так, рука, да? Вот электричество. Куда? Так, заработал свет. И что? Вот сюда, что ли? Смотри, мы с тобой включили свет. Так, 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 а ну давай сюда выходим. Гля, все заработало, да? Что? Подожди, а где? Где Хуги? Игрушка большая, да? Ее нету, куда-то делась. Че это такое? Она что, жила, что ли? Так, идем дальше. Ты видел, вот? Что-то двинулось. Не может быть. Хуги, это ты? Я не знаю, а он дружелюбный или нет? Нет, просто интересно. Вы серьезно? Я должен идти в этот коридор? В темный коридор, да? А там безопасно? Кстати, а зачем вот это? Вот я могу, да, разблокировать. А тут у нас какая-то дверь закрытая. Хуги, ты здесь? Ой, страшно-то как? Давай посмотрим, что у нас тут. Так. Какое-то помещение. Так, здесь у нас есть, да,
видеомагнитофон надо в кассету вставить для видика. Давай посмотрим, найдем, может быть, вставим что-то, да прояснимся, что у нас тут дальше. Во, что такое? Красный, синий, желтый, зеленый. Мы с тобой вроде нашли синий, да? Ага. То есть мы должны найти какие-то вот такие энергоблоки. Так, и что? Я могу спрыгнуть отсюда? Вон там что-то у нас есть по-любому, видишь? Смотри, вот еще один энергоблок. И еще один. Ха-ха. Так, а чьи это здесь? Можно открыть дверь, да? Серьезно? Смотри, да, открываются. Ага, ну это специально, чтобы вот найти кассету и поставить туда. Ладненько, давай посмотрим, где что у нас еще здесь есть. Да, как-то жутковато здесь. Вот куклы разорванные, по деталям все валяются. Да что-то разбрызгано все, что-то красного цвета. Может быть кровь какая-то, я не знаю. Так, нам нужно найти еще какой-то четвертый блок. Но где он? Вот он, смотри. Есть. Так, и что у нас с тобой остается? Кассета, да? Нам остается с тобой только кассета. Но где эта кассета делась? И куда ее тут спрятали? Так, что это такое? Я туда не упаду? Нет. Да. Хм. Слушай, ну я кассеты пока что не могу найти. Нету пока что. Нигде нету. Вот может как-то сверху попрыгать? Я думаю, я туда не попаду. Кассета, кассета. Ты у нас где? Он так застрял в воздухе, ящик. Ничего себе. Ладненько, давай, значит, пошли быстренько с тобой поставим здесь энергоблоки. Смотри, он заработал какой-то робот. Может, это специально спрятан. Вторая рука. Да ладно. Красного цвета. Смотри. Мы ее должны вот здесь включить. Давай я сейчас быстренько вернусь. У нас там было еще кое-что. Там, где Хуги стоял, да, вот большой был зал. И там была тоже вот синяя красная рука. Можно было туда тоже зайти. Давай посмотрим. Это... было у нас вот здесь. Что? У нас закрытые двери? А каким-то образом так получилось. Выпустите меня! Ладно. Ладно. Подожди, подожди. Так, здесь тоже не открывается. Как-то все очень сильно подозрительно. Ладненько, пошли тогда откроем вот ту дверь какую-то по производству. Смотри, работает. Хм, интересно. Так, что это у нас такое? Наверх забраться не поднимаюсь. Так, тут закрыто. Куда? Куда дальше?
Так. Ага, нужно включить свет. Подать электричество, короче. Понятно. Так. А здесь я поднимусь? А ну, стой, подожди, подожди. Вот, смотри, смотри. Вот здесь мы включаем. А, мы с тобой спускаемся. Давай вот так вот. Загорелся свет. Отлично. И вот сюда кто-то рукой. Во, смотри, у нас открылась какая-то дверь, и нас выбрасывает каким-то образом по ленте дальше. Ой. Ой, что за куски игрушек сыпятся. Смотри, мы в каком-то помещении, в новом помещении. Так, что-то не работает. Че такое? Так, кнопка пока не нажимается, да? У нас какие-то три аппарата и что-то вот... Я думаю, мы должны что-то включить и как-то... Ну, не знаю, то ли сюда вот выйти. Давай посмотрим, что у нас тут есть еще. Заберемся с тобой наверх, да? Посмотрим, что там есть. Как же здесь жутко, страшно. Все-таки большой Хуки куда-то пропал. Здесь у нас розовый видеомагнитофон есть, да? То есть где-то есть кассета. Блин, опять кассета. О, как я могу, видишь? Смотри, подача электричества, да? Да. Что у нас здесь? Так, смотри, вот у нас столбик света, и вот у нас столбик света. Давай вот так сделаем. Свет включился. Свет включился. Ага, смотри, а дальше я пройти не могу. Ух ты, а че такое? Как-то странно. Да. Так, а что у нас тут дальше? Давай посмотрим. Ага, вот. Мы должны оттуда подключить сюда как-то электричество. Хе-хе. Нифига себе. Так, а как это сделать? Так, а если я вот отсюда? Получится? Вот так. Вот так. Серьезно? Не хватает. Прикинь. Каким-то образом мне буквально немножко не хватает. Да, вот, чтобы пройти здесь. А что же нужно сделать? Давай тогда по-другому. Во, смотри. Я включил электричество, да, вот. Запомни эту комбинацию, если будешь играть в эту игрушку, конечно. Так, мы с тобой включили электричество, да, вот. Мне просто интересно, а что я должен здесь делать и где мне взять вот ту самую кассету? Mac a friend. Маки, друзья. Или дух. Так, ну подожди, сейчас посмотрим. Да,
Да, нам нужно где-то еще найти кассету. Кстати, вот и там я пропустил, тоже не нашел кассету. Где-то спрятано все очень скрытно. Но я думаю, может быть, это не сильно важно. Да? Вот глобы. Здесь у нас тоже глобы. Тут тоже что-то непонятное. Ладненько, давай методом тыка. Так. И вот это. Смотри, у нас там вот детали пошли. Машинах. Да, загорелись глаза. Так, что там здесь? Покрасились какой-то цвет, да? Еще брат. Что-то происходит. Ого, что такое? Смотри, у нас целая игрушка. Так. А что дальше делать? Я ее забираю. Так, кассеты нигде я не найду пока что. Почему-то вот нету кассеты этой. Что у нас здесь? Что-то положить? Нашу игрушку? Да ладно. Так, и у нас открывается... некий ход. Такое. Все закрыто. Во! О! Черт! Бля, это хуги! Дверь закрыта! Бля, какой зубастый! Нет! Уйди от меня! Уйди! Не трогай! За нами гонится Гуги! Глянь, он злой, он большими зубами! Быстро текаем сюда! Я не знаю, что это такое, но мы должны сбежать, вот, мне кажется, вот сюда. Побежали от него! Быстрее! Он за нами бежит. Что, он сюда? Блин, тут большие коридоры. Я боюсь, я сейчас запутаюсь. Мама, мне страшно. Он за мной бежит, понимаешь? Мне кажется, сюда. Давай. Хуги, он здесь, он бежит за мной. Тикаем, быстрее. Ну, пожалуйста, это выходу. Это выход или нет? Что такое? Ай-яй-яй-яй. Ну! Есть! Мы избавились от Хуги! О, нифига себе, он куда-то упал! О, это было сложно и страшно!
То есть у нас ожила большая игрушка, когда дал большое напряжение, да, вот. Смотри, было сказано, что мы должны с тобой были найти какой-то цветочек. Так вот этот цветочек, нам нужно туда. Давай, побежали. Так, а здесь у нас больше ничего нету? А, вы серьезно? Еще где-то можно было кассету одну найти. Да где их на... Может быть там, где мы бежали от Хуги. Ну, это было очень страшно, я не хотел туда попасть. Хотя смотри, вот же кассета. А ну стой, подожди, давай послушаем. Что тут происходит? Final log in relation. Experiment 1006. Я думал, что-то будет показываться по телевизору. Нет, обычная постановка этой студии. Skill set, as well as the skill set of all other experiments of his type. Though still missing, today's events are no doubt in relation to him. Опасности. Не открывай. Стоп. Вернись назад. Under no circumstances been left unaccounted for. Серьезно? That's why I'm making this log. So that the same mistake won't be made twice. Динозавр даже повешенный. Future experiments will be disposed of in a secure location. I'm not worried about myself. One breakthrough and I'll be back. We must forge onwards in the name of science. Those who are beneath us under... Как здесь все жутко. Смотри, какая-то комната. Так, дверь закрыта шкафом. Шкаф не отодвигается. Так, ладненько, пошли дальше. Смотри, я нашел ту самую куклу, которую нужно, да, вот было найти. И что? You opened my case. К сожалению, после открытия вот шкафчика с игрушкой, у нас погас свет, и я оказался в главном меню. К сожалению, это концовочка. Poppy Playtime, но я думаю, что будет еще, конечно же, продолжение, потому что там, где у нас стоял Хуги, у нас был с тобой еще несколько дверей, и также там была синяя с красной рукой. Вот я хотел туда вернуться, но, к сожалению, меня туда не пустили. Я думаю, что мы будем ожидать следующее обновление Poppy Playtime, и появится продолжение. Если понравилась эта игрушка и мое прохождение, ставь лайк, подписывайся на канал, комментируй, и, конечно же, нажимай на колокольчик, чтобы не пропустить следующую серию, либо какую-нибудь новую классную игрушку, где я тебя уже буду ждать. С тобой был Зелемарс Геймс. На сегодня все. Всем спасибо. Всем пока.